там два акра. А, вон они, вижу. Не укусили его, да? Да. Это гиги, это не акра. Это гигуси, это да. Это гиги вернулись. Федя, да. Уйди оттуда, ты куда? Шел снова. Просто... Не знаю, на чем. Так, стега, отходи. Так, попробую их сбоку напинать. И у нас вообще на подъем. Да, а где нас? Один стега поломанный, если что, ребят. Ладно, все, я отхожу, я жду, короче, команды, все. Чем мы делаем? Стега, который поломанный, немножко от края отойди, чтобы не прокусили тебя. Я на полминуты отойду. Давай. Отсюда будем биться, здесь два места. Че он землю ест? Там труп-то нет. Там что-то лежит. Может, вроде. Трачонок лежит. Там трачонок. А нет, трачонок ближе. У меня трачонок вообще внизу, а он его ест, да. Вообще там сверху. У меня трайк вообще вверху, а он живет внизу. Походу он лаганул. А у там нас видно. Рассинхрон, что ли, такой бешеный. Да, трачонок. Всех. У меня трачонок, вот, Саня, вот. Вот он у меня передо мной лежит. Вот у меня так же, как ты вот стоишь. Да не Ава, тут трачонок. Я здесь, все, я здесь. Да похеру, Ава это или трачонок. Короче, по речке кто-то шел, я не понял, или Гига, или Рекс. Сейчас в деревья зашел. Короче, я не уебываюсь, жду команды, когда она близится, все. Молодец. Да не полезет. Возьми с полки вермут. Марго. Ты своей смерти не подохнешь. А с какой стороны Рекс шел, ты говоришь, сам? С ямой? Ну вот, выше по течению. Нет, не с ямы, с другой стороны. И он левее, я по деревьям, в деревья зашел, в левую. В левую? Он, наверное, хочет вот здесь пройти. Возможно. Это, значит, две... Может, я и перепутал, может, и то гиги были. Издалека просто меня покусали. Покусали издалека? Не, просто они слишком быстро подошли, значит их вторая должна быть где-то. Просто их двое было. Одна, значит, заныкала зеда. Будьте бдительны. Вот она выходит. А, блин, лаганула, ничего. Да их хватает, как жесть. Мой целую речь произнес. О, будьте бдительны. Вижу гигу, слева идет в березняке. Отходит уже в другую сторону. А, вижу, ага. Типа вокруг, да, решил. Ползет такой, типа без палева. Ну это ж новая локация, в принципе, словно мог уже здесь драться. Да. Он зашел здесь. Да. Санта, видишь? Я вообще ни хрена не. Ага, это Минский, значит. Да, Минский, это. Не, ты? Я его гоняю, просто отогнал. А ты где прям второй? Я второй. Ты прям в лес забежал, а потом назад отэтнулся. Не, я не добежал до леса. Не, я почему-то хотел сказать, ты что делаешь? А то смотри, ты назад отэтнулся. Призы. Ну, не забегал на тебя. Ну, я понял. Трайк со мной кто? Я не знаю. Ебать, блядь, хорошо. Ты такие вопросы задаешь. Трайк со мной кто? Смешанты, они одинаковые. Трайк говорит, со мной кто? Ну, у меня на калибровке вы тоже одинаковые. Один возле одной шанты стоит, и второй возле, наверное, другой шанты стоит. И трайк... Хорошо, я прям возле камня, блядь. Возле меня кто? Короче, вот я разворачиваю. У тебя я. Это я, короче, вот. Я лежу. Хорошо, Володь, прямо смотри в березняк вот этот прямо. Там гига ходит. Который левый, не который правый. Давай сбегаю, посмотрю, где он. Да. Не надо, Филипп. Не надо в эти кусты лезть, посмотреть. Не, я в кусты не буду. Со спринта тебя догонит. Да, со спринта можно догнать, если близко. Хорошо. Хорошо, не буду, пойду в березняк. А, нет, вот ты тэпнулся. А это что, уже слагибился? А, вон еще одна идет с горки, чуть левее. Третья, ага, что? Ну, выходит. Или это там походило, вернулось. Это, походу, это же. Хотя там вроде, ну, это туда. Я вот могу убегало. Выйти, посмотреть. Лежи пока, Федя, блин. Выйти посмотреть. Короче, я полежу пока. Лежи. Конечно, сейчас побежит. Да не побежит. Большой а рост. Вторая где получается? Там слева от нас? Вот прямо куда я смотрю, в березняк, вдоль. Mm-hmm. Да. Она там заныкалась где-то. Ползет потихоньку. Да. План капкан, блядь. Ага. Блядь, без палева. Минский вообще а жестко. Это... Да. Сзади смотрите, чтоб сзади ох. Зашло я. Я вот не услышал, попал, не попал. Зашло. Ты его тэпнуло прям по жести. Тебя не попали, Саш? Не, разок укусил.
Нет, ты попал, я попал, я попал. Слышал. Да. Хорошо, значит, будем байтить. Так два раза попал, а вот про силовку, по-моему, вот эпнуло. А, ну... Его это устраивает. И там 3 гиги. Да, там 3 гиги. Куда смотреть? Смотри. Про силовуху я не знаю, у меня звук был после силовухи, кстати. Ну, после силовухи я два раза пнул, не попал. Так, ладно, отойду тогда. Отхилю. Давай я тебя прикрою. Должен был попасть, но как-то его тэпнуло, блин, резко. Он как бы свалил. Вон Галик бегает на лыжах. Ага. Блять, ну как так? Вот он мне идет в морду и бах справа уже от меня, блять. Да. А где третья? Она внизу, или она перешла уже? Она на горе там. В деревьях осталось. Он смотри, будет сейчас обходить с другой стороны. Ребят, видите, гига обходит? Я вижу. Блин, Майка здесь, да, у нас? Это плохо. Да. Ну да. Да я убегу. Да прям здесь есть куда бежать. Сейчас пока нет, уже куда бежать. Володя, подойди сюда. Блять, да где третий-то, я не понимаю. Да она может вообще вокруг по горе его обходит. Вот здесь держи, где я стою. Не бегай. Эту гибу держи. Я иду, не бегаю. А я буду, да. А что за еще одна майка? Или это Федя? Да я. Понятно. Я ебал там стоять. Я жду, чтобы его наблизили. Да не, на трайков вообще не лезут. Не, ну я просто там места мало, мне убегать некуда, я убежал. Поэтому. Тапочек какой-то кутрау. А, вон третий ходит, вон там за сгущенным. Не возле меня хоть? За... Нет, за моей прям, вон он наверху ходит на карту. Ага, вон вылазит. Ой, куда смотреть, наверх, что ли, самый? Не, да, не. Прям, да. Хуйня нет. Блять, ну вообще, он начинает подходить, потом бах опять сзади, ну, на месте стоит. Да, тэпает жестко его. Да ты там один стоишь, если что, стой, бодай. Она вон влево переходит. Только не подходите ко мне. Да, к трайкам лучше не подходить. Не, Володь, ты это. Володь, ты с гиги с той же. Вот она уходит, и ты туда же. Я за другой смотрел. Ну, они поменялись местами, и вы... Ну, развернись в другую сторону. Третья подошла. Так стартани в лицо она не развернется, и бадани двойные. Надо там. Она развернется, не успеет. Но близко достаточно. Бадай, сразу давай, бадай. Давай, двойным. Нормально. Может попадешь. Ух ты, ее тэпнула опять. Да. Не попал? Не было звука? Ой, как она там тэпает. Нет, не слышала. Пиздец, что с сервером? Саша, что болит? Меня. Тут гига обходит. 0, ребята, Санта одна назад. 0, 75. А, все, закончился, блин. Ох, ебать, ее тэпнуло. Ага, все, он вернулся. Вы близко к краю не стоите, а то прокусит же. Ух ты, ёпте. Угу. Ага. Ну че он там без принта ползает? Вообще страх потерял. Ну да. Я здесь догоню. Короче, сейчас если. О, ближе подойдет, я побегу. Блять, ну задние догонит. Да похер мне, что задние догонит. Он меня накусает жестко. Так... Если я побегу за тобой. Беги, если будет на тебя бежать, резко тормози и кусай ее. Это понятно. Ой, кусай. Делал. Ну не кусай, бодай. Кусай. За жопу. Ну где крутись. Так, сюда гига заходит. Ну, а кто на шанте у нас? Сейчас нет. Пробежит, так, блин, отгоняете, нахер. Блять, Стега! Стега, отходи. Попал. Не стой там, Стега. Тут... Да не по ты. Стега, попали, я ложу. Да там немного. Прости, Марго. Не стой здесь, вот здесь, вот левее становитесь, Стеги еще. Я только побежала. Чтоб на пробежке у вас не забыли. Да как бы это, вот... Этот лагает играет. Смысла нет это вообще один раз попадать по гиге. Вы ей ничего не сделаете. Она стоит, отхилит, блин. Это не значит, что он там у нее урон 1300 там или сколько. Это ничего не значит. У вас вес... Я подумала, она на картах сейчас побежит.
А он тебя, если один раз укусит, то ты все уже, можно сказать, ну, не играешь дальше. Я, кстати, даже не видел удара, если честно. Я тоже не видел. Лаганулась. Да она лагает все. Блять, затрахала орать, а? Бей. Да, да пускай орет. Даже маленькая. Я тоже маленькая, можно мне орать? Что ты маленькая, слышь, лошадь? Скажи, это было обидно, да? Маленькая лошадка. А, ладно, лошадка. Гига подходит. Угу. Надо развернуться мне. Угу. Давай, Дариус, мочи Гигу. На, ой, он слева спрыгивал, справа появился, вообще прекрасно. Вообще, блин. Тут 42 человека шант бросили. Кто кого бросил? Никто шант не бросил. Контакт. Я думал, стартанет. А я здесь ногу интересно сломаю, если спрыгну? Да. Здесь, стоит. По-моему, Маша проверяла, нет, если пешком. Но днем проверишь, когда гик не будет. Ну, он будет пытаться сейчас пробегать, чтобы через меня. Нет, нихера, пошел. Побежит, блин. Ладно, главное, наблюдуйте, я буду потом что-нибудь делать. Если нет, то ничего да, не ну, вот это правое вообще жестоко лагает. Да, вообще. А сейчас они будут пробегать, скорее всего, одну какую-нибудь суицидницу скинут, наверное, скорее всего. Мне так кажется. Да, нет. Может, по-другому сюда не зайти. Да. Я убегу, потому что когда надо... Я говорю, убегу. Лучше снимай, да? Я тоже хочу на майке играть. Я убегу. Честно говорю, вот прям... Искать каких-то там. Блин, ты что, лапу сломался? Нет. Зеточка. Так, я отхилила блит. Призы-то вообще жесть. А экран какой? Блять, никакой. Либо очень-очень начальный. Ой, рядышком было прям. Ай, тайк, ай, не тайк. Не прошел. Я не попал. Да? Не попал. А он по тебе? Он по мне попал раз. Но я тоже по нему попал. Ну ладно. А он пошел, он пошел хилит. А, нет. Вот на картах который? Ну я не знаю, ну нет, не попал, наверное, скорее всего. Пока что по нему. Нет, нет, а видишь, все нормально. Короче, мне надо поменять меня кто-нибудь. Давай я. Ой, молодец! На, есть! Или не попал? Не, нифига. О, попал! Страйк. Ой, по мне попал. Ой. Ну а вот ты идешь ко мне спиной, я что сделаю? Да там фрезы такие, жесть. Да. Майк, иди. Какой? А что это они убежали? За гигой. Да не, бесполезно. Там будет друг друга это. Ебать, было близко, но трайк по мне не попал. Там кто-то течет из гиг, нет? Да, да, да. А кто течет? Две вижу, где третья. Подожди, пока лягут и все. Они вон уходят, а нет, не уходит. Две вижу. Да все у них нормально вообще. Не-не, вон одна уходит. Одна уходит, Федя. Куда? Ну, она не уходит. Не, ей нормально все. А я сейчас не помню, я попал по ней силовки или нет? Блядь, я не знаю вообще ничего. Ну, у меня звук пошел, когда я бил, ну. По крайней мере. Третья ушла или вернулась? Сейчас я понял. Нет, все не тут, Федя. Три здесь. Да. Хорошо. Короче, мне надо отхилить, блин. Я не знаю как, но, короче, надо. Давай. Ну, перекрывайте, там что, никого нет, что ли? Ну, так отходи. Ну, Марго, я отошел. Встань на его место туда. Так Марго тоже с блюдом, да, или нет? Ну, держи это, Гигу. Я это буду взять. Стегич, не стой во мне. На 4-2 ляжу. Бля, что за манипуляция? Вот это я сейчас тэпнула. Это Гига поднялась, гига поднялась. Давай. Ага. Минский, ты где, справа или слева? Нет, справа. Угу. Это какая-то херня. Утро бы. Они, блядь, собираются делать что-то, чтобы да так не пинговали, не нет, блядь? А, на сервер, говоришь? Да. Вы мне скажете, если кого-то блиданете, чтобы я потом бежал? Хорошо. Блядь. Ну не могло не зайти Туйги, но она, скорее всего, стоит. Он люди тоже жалуется, невозможно играть, да. А где третья? Две вижу. Ну, две там впереди, третья у Саши недалеко. А, вижу, все вижу. Блядь, день бы. Да, блядь, день было бы вообще весело. Нереально, блядь, просто нереально. Да скоро уже день будет.
Марго, Гига поднимается. Там не Марго. Так, блядь, там Саша, я держу вот этот. У тебя что, плохо с блюдом, да, Минске? Ну, неплохо. 4.75 осталось. А экран какой? Первый, вроде. Нормально. Блять, вообще для Шанты такой узенький проход, хуёво. У меня один остался. Один, блин? Второй... Нет, второй сюда подходит. Минский к тебе второй идет тоже. Давайте там трафик. Может на стегиче ебать, если они не хотят залазить. Залез один уже. Он сломает ногу. Нет, да сука. Нихера он не сломает. Сломает. Это гига. У меня просто фрезы были, как будто он спрыгнул прямо со скалы. Они тут на спринте не ломаются. С низкой высоты. Уже проверено, да? Да. Мы уже с агрессивом, по-моему, тут бодались. Как-то. Да, 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 мы же играли тогда. Да что, нифига, прям сходит и все. Да. Да. А с тех этих уступ. Ну, с этого большого, конечно, сломается, а с тех вон, где речка внизу, там она не сломается. Ну все, я скинул. А экраны? Первый. Идите к Минскому, он один. Я полежал бы. Трай как к Минскому, да, может быть. Там 2 гиги у Минского. Блядь, ну они тэпаются жестко, нахуй. Я вообще хер знает, нахуй. Райка вперед пустите, ноги. О, дал, да? Поджал. Нет, ты силовых убьешь, они вообще, знаешь, где стоят? В речке прям. Да, далеко. Я так, на всякий случай, если вдруг побежит. Что, шкирится там? Вдруг будет нетипичный случай. Ну, вдруг тэпнет его, а я не увижу. Так сразу в силовуху его. Так, Марго, ты без беда? Меняй. Без. 3 гиги тут уже, 2 гиги. Да, давайте. Трайка вперед пустите. Экранах ДФ. Еще 2.5. Так, а где вторая? Ой, третья гиг. Я две вижу, третья не вижу. Все три здесь. Третья тоже здесь. Что, втроем побегут, что ли? Нет, третья одна... просто ходит. Да лежит. Потому что она, скорее всего, блитлиги все-таки попали, скорее всего. Может, все-таки забайтим на стегище? А хоть... что, трайки? Они хоть поиграют, а то лежат, скучают. Да, видишь, если стега один раз попадет, то уже смысл. Да хоть один раз полежит, отхилится. Один хер лежит, какая разница. Ну. Давайте, я там попинаю хоть тоже, может. Я иду пинать. Блядь, что-то мне страшно уже. Ой, не, этому... Если сказать, только он всегда готов, нахуй, Талибан, вылетать. Только... Не стой рядом с Шантой, ты сейчас Шанту хернешь. Надо вылетать, когда их вдвоем здесь. Да, меня, блядь, не надо, я уже получила пизды от круга. Не хочу больше. Ну можно попробовать Талибана спустить вниз, чтобы он только на обратно что побежал. Не, на входе, а на входе именно, да, вот так вот. Ну, это все, Талибан, бегает, да? Бегает. И кто бегает? Да, иди на вход. Дайте мне распятие, там, не знаю, защиту какую-нибудь. Кол близко к крайне подходи, Талибан, а то тебя в морду укусит. Кол в жопу пойдет тебе? И к нам близко не подходи. Кол в жопу нет, не хочу кол в жопу. Ну в смысле, тут ты знаешь, ты же не пробовал. Еще дальше, пробовал. Талибан. А! Вот. Ну ладно, извини. А меня гига съесть хочет, прикинь. Ай, какая мразь. Талибан, дальше, не стой так близко к нам. Блядь, меня тэпает так. О, как драться, как? Меня укусили, тут эти... Все равно стоит возле Шанты. Алики. Кто тебя? Алики укусили? Я тебя сменю. Блин, а зачем ты туда побежал-то? Я? Ну теперь на гигу укусили. Меня гига гнать начала, потому что... Так, Талибан! Талибан, блин. Нахер ты по мне бьешь? Иди ложись, Мелисса. Потому что это Талибан. Да, это не потому что ты рядом. Все. Я вообще, блядь. Блять. Она только что у меня была в одном месте. Я теку, ухожу от Аликов, извините, помочь не могу. Там ты живой, да? Да-да-да, на месте. За меня гига охотиться начала, я отбежал, и меня Алики сразу покусали. Но она дальше за тобой идет, Федь. Убегай куда-нибудь. Беги! Можешь. Ты шагом не шифтуй, а шагом так, иди. Так, Талибан, не бей. Просто так, блядь, не бей. Нон-стопом бить не надо. Заходи к нам. Это не Федя. А кто это?
Это не я. Я залипал где-то. Попал по ней. Побежала. Где третья гига? Третья гига за Майкой пошла. За Майкой. Давай кто-нибудь за мной. Блядь, сзади пошла. За тобой. Саша, за тобой. Ага, вижу. Вот она. Я рядом с милицией. Бля, я что, не попал сейчас второй раз? Возвращайтесь. Разворачивайтесь. Ой, блин, Марго, ты что не сказал, что она бежит, блин? Блять, я вообще думал, ты в другой стороне за той кипой. А, господи. Отходим, лекаться. Всегда как вам пришла? Всегда забываешь, да? Я тебя не видела, я держала свою кипу. Я же сказал, отходим, иду к тебе. Ты молчишь. Какую держал твою, она убежала, ну. Ну, она пробежала через меня, через него. Ну, бля, 30. Нет, ты говоришь, ты вторую держала, я говорю, про это убежала. Несется. Короче, я сейчас долго хилиться буду. Вы-то хоть дали кому-нибудь там? Течет кто-нибудь? Да никто не течет, блядь. Они не лезут на трайка. Они лезут на шанс, блядь. Тоже. Чё у меня поэт? За мной вообще алики охотятся, я ж молчу. Ой, блядь. 7 бледа стоя. Ложись, чё ты стоишь? Ложись, чё ты там стоишь? Сейчас встану, удобно. Чем дольше ты стоишь, тем... Блядь, баржа на разворот. Блин, они тогда алики должны на вас тоже нападать, раз меня укусили. Я написала аликам, нападайте на гидка. Ну, они могли нас не видеть. А, Моль, ты выжил? Кирали, ну, конечно, вот он. Конечно, выжил. Сарказм? Тебя убили? Нет, я живой. Ну, все, вот ты же... говори, блядь, без сарказма. Что-то сегодня какой-то день у нас вообще дурацкий. Какие-то злые. Да все. Потому что ничего не сделают, все тэпается. Поэтому все да. Куда-то попало и бьют. Ну. Я и не стала говорить, у меня вообще все по-другому было. Ты был, блядь, далеко от меня с 100 гигой. Ну, все равно всегда надо говорить, что гиги бьют. Хорошо. Они что, хилятся ушли или да, что? Где да. Они? Наверное, хилят. Хилят, потому что, ну... Плохо тут кустов нету рядом. Я, по идее, по этой второй должен был силовухой попасть. Да, но это попал силовухой, по крайней мере... Он и по второй должен был попасть, но прям под ним было, ну. Я, по-моему, по одной, ну, два раза. Ну-ка, крикните он кто-нибудь. Он в лесу, когда силовух убил. Чё, Петя? Крикните, ага. Он в лесу, когда силовух убил, гига пробежала, молчала, потом резко это звук был, то, что по ней удар прошел. Так это вторая силовуха? Или это? Да, это вторая. По краю кто-нибудь есть? Вообще непонятно. Чё? Моль, заблудился что ли опять? Да нет, я чё. Крикните кто-нибудь. Ну ты чё, сначала заблудился? Я просто смотрю, чтобы гиг не было, я боюсь. А вот скоро рассвет. Да. Я вас вижу, я вот это. Вы сильно не орали, вы блит как бы хилите. Так Моль заблудился, вот и орут. А я тут уже. Вон он бежит. Ну эти уйдут надолго, походу. Так, от... А эти суки. С той стороны сзади еще 3 гиги идут. Так, да. Или уходят, или... уходят, по-моему, да. Не, хотя только... Или это 3 спида? Да, три спины не могут быть. Гиги, походу. Да это что-то быстрое, походу, делает алик. Гиги на компах возвращаются. Я не вижу. Вон они, раз, два. Вращаются. Можно на этот фиолетовый хуйню отключить, уже видно. Угу. А, да, видно. Но они на аликах идут, походу. Алик на аликах, походу. Это которые меня накусали, гондоны. Алик. Вот они заебали так драться, с ними надо драться нахуй, через да тот водопад. Не трогай, Алик. Угу. Они нам пригодятся. Ладно, это они Федю просто трогали. Ну и да чё? Ну чё, Федя живой же. Федя убежал. Это аллозавры должны на нас нападать, не на них. Не только на нас, но и на гик. Ну я и имею в виду, что да, раз они напали. Ну я и написала, тогда на гиг тоже нападает. Не, ну они могли не видеть, понимаешь, могло. Мало я стоял здесь рядышком, я далеко не отбегал. В смысле, можно было не видеть. За деревья да. Можно не видеть ночью, что там где-то стадо лежит, а и тут Майка где-то бегает. А можно мало сказать, что у меня нет калибровки, конечно. Как не важно, я говорил. В правилах указано, что если ты отбежал,
от поля боя. Типа хилишься, либо по другим причинам. Я тебя не видел. Когда ты сказал, что... Ой, в пизду рассуждать на эту тему. То типа... Ну, похер. Считаем, ну, да, это такая тема, что можно... Да, это уже там админ решает. Хуяко расценивать эту ситуацию. Ё-моё. Плевать. Идёт в нашу сторону по бережку. Две. По нашей стороне. Одна по левой, одна по правой стороне. Я вижу. Марго, чё у тебя по бледу? Всё. Марго, надо ты не назад немножко. У меня ещё 9. Её бы согнать так, чтобы она лапу сломала. Она не сломает, там лапу. Здесь лежите. Блять. Ладно. Ложись, что ты хочешь? Я не знаю. Прям кто-то сзади бегает, но. Алазавр. Алазавр вон сзади бежит. Вижу. Ты что, он охеревший немножко. А, все. Ну вот как так драться? Его 6 раз тэпнуло, пока он здесь шел. Сейчас я отхилюсь, пойду его по жопу пинаю. Не надо. Не, потом обратно прибегу. Ты не добежишь, все могут гиги прихватить. А потом надо будет поднимать гигу. Высечешь. Ладно. Да. Хорошо, не буду. И близко к краю не ложусь. Хорошо. Бу-бу-бу. Мамочка. Где третья? Шапку одень. А, по-моему, вон она. Хилит экрана. А, это парик бежит. За париком кто идет? Кто-то за париком идет. Блять, моль, нахера? Во. Чё? Ёпта, ну вообще спрыгнул к ней так, и пошёл по речке. Во, тэпнула. Я на месте стою. Прям волшебная игра. Третья гига, наверное, с четвертым экраном после силовухи хилится, блять. Mm-hmm. Я уж как тут драться интересно. А я типа спрыгнул, да? Ну, ты прям к ней спрыгнул туда. Как тогда, помните, гига к нам водопад? Вот сейчас опять спрыгнул. Нет, я просто по кругу бегаю. Сейчас доиграю. Ну, а пускай не думаю, что я спрыгнул. Как с, смотри, как с гигой будет в прошлый раз. Нахера рисковать? Я вообще тут по кругу бегаю просто. Тут парик пришёл. Они Алика... Что, Путин? Два парика Алика бьют. Погнал один его. Занах. А чё за А тут у нас случайно нет возле камня кустика? Никто не может? Майка, принюхайся, пожалуйста. Я нюхал, не было. Нет здесь кустов. Нет. Сейчас я блит отхилю, пойдем уже на эти... На стражу. А чё гига побежала на всю стамину? Вон третья гига. Я не знаю. От кого не убегают? Эти. Прям на всю стамину пробежал. Может, кого-то по речке увидели? Может, там кто идет, да? Нет, они уходят. Какой там всю стамину? Он даже ноготок, наверное, не потратил. А ну, я немножко пройдусь перед Гана. Ничего себе. Бля, он тэпается. Я не могу с ним драться, он тэпается, блядь. Тебе же говорят, не дерись. То есть парик захерячивает за встречу. Кого убили? Чё они, блядь, бегают? Объясните мне, пожалуйста, чё с ним? Гиги бегут. Вон идут, точнее, налево. От кого они уходят, непонятно. Или кому? Да не от кого, но они ничего здесь не сделают, но смысл им здесь играть. От кого, от кого, кому? Как ты сюда залезет на гиги? Не, ну они убегали от нас. Да они убегали, он просто к третьей подбежал и все. Поприкалывались, да все. У меня опять плохо. Блять. Че? Че там, Марго? Прекратить твои страдания. Да, слышишь? Он там тэпался, как вообще кусок говна. Ты тоже здесь тэпался, блядь. Не, ну я вам по жопу напинал. А вон куст съеденный, подожди, что ли? Нет? Там же была белая гига, да? Ну, такая желтенькая. А я в темноте не знаю, какие были. А вот это... А, ну, третий нет. Да, он съеденный, пустой куст. Да они же вроде вон с экранами, вот черная это лежит. Так. А что, лежит? Ага. Они похавать пошли, им, наверное, жрать охота нам. А кто сверху лежит? Гиги там, по-моему, ходят. Коле. Гига стоит сверху. Нет, это вот Дрил. Гиги на парика пошли. А как
вообще дрю туда за парик, вижу. Интересно. Пизда парику, все. Че, парик убежит, если не течет. После Алика парик однозначно течет. Да, конечно. Я его чисто задержу, бить не буду. Сейчас хвостом получишь. Это ж гига. Рука, лицо. Да я не буду с ней драться, просто сзади буду говорить. Да ты тэпнешься ей в рот и все. Пожрать бы. Есть что пожрать. Да нету ничего. Потерпи нет, пока, что ты рыбал. Сейчас вот видишь. Рюкзачка возьми. Минутку и пойдем на страже. Там поедим. Там же была вроде еще, да? Еда. Да там что-то мало тоже. Надо куда-то да, в гору тоже мало. Ну так в гору тогда за сторону Титана. Ой, на карте все. Ладно, я его оттянул, просто дал ему шанс убежать. Все, блин, прошел, пошли. Или кто-то ищет еще? Куда? На страже. Пошли. Так, все на месте? Может, там меньше тэпать будет? Ну да, тут что-то. Ну не скажи, там... Да, мне кажется, что и там так же тэпало. Давайте попробуем, ничего. У меня там хорошо было. Не, у меня тэпалось. Еще гига перед... А, это белый инвентарь. Карна вроде бы. Не, Она вон там слева от нас наверху сидит. Одна за париком погонялась, а прямо... За париками же две пошло, не? Да, за париками две. Нам целая майка нужна, а не порвашка. Федя, в свою сторону еще Карна побежал. Карна за ним побежал. Это майка за Карна побежала. А. Тоже ж хочет повоевать. Что так тэпается? Вон она впереди на картах. Да, белая. Но ей должна быть печалька. Я да, по-моему, наоборот, не белая, а черная была печалька, по-моему. Не. Нет? Вроде белая, хотя хрен. Я ее не вижу, где вы ее видите. Она черная. Правее была белая. Вот ее бы догнать, и майка бы как раз разворачивала бы ее. Да, стойду. Вряд ли она уже обнаружила. Не, ну если далеко, может, бесполезно не догоним. Тем более у нас все голодные. О, Карны сбежит ко мне. Как ты ему и слалась. Ай, застрял, малышка. Бей его. Да он уже тэпнулся, хрен знает куда. Он здесь, у меня. Кто тут справа, Стегич, куда пошел? Да он издалеко побежал. Кустики смотрю. Полюбан, ходи рядом. Кусты здесь, возле меня кусты, кстати, есть. Я нашел здесь кусты, есть. А надо для всех много надо куда-то, не знаю, в гору туда лезть. Наверное. Да, в гору пойдем сейчас. Вот кусты, вот кусты. Вот тут несколько кустов. 2, 3, 4 куста есть. Вижу. Поглядывайся. Идущий там не сидел. Да я вижу, по сторонам смотрю вообще. Все время. Справа вон куст. Справа куст. Кусты, кусты, не вижу. Нормально. Ладно, ешь я. Вот еще куст, сразу же. А вон большие, да. Вот же кусты. Вот тут, да. Раз, два, три. Куста большие. Ешь, ешь. Направо. Ой, я тэп. Я пойду маленькие съем. Зяблик бежит. О, Карныч, друг, привет. Привет! Как дела? Нормально? Я вас. Это мое. Даже не обижайтесь. Че? Ты такой хороший. Ой, Карныч решил меня съесть. Очень мило. А если что ты говорил? Я говорю, это мой маленький куст. Маленький дяблик. Тут все общее, ты че? Какой твой?
Что, по жопе неприятно получаешь, что ли? Не попадаешь? Ай-яй-яй-яй-яй. Тут неудача. Нихуя так не прокатит, дружок. Теги что, отъелись? Шанта, иди вот тот куст, или Трайк, иди вот здесь куст есть. Старыч неугомонный, прям по жопе получил. Все равно не понимает. Да ему твоя по жопе как по пизде ладошкой. Да неправда. Да. Я его все равно поймаю. Так, что, идем туда к горе? Да, пойдем. Ну, я отстал от вас. А вы поели? Все наелись? Я вообще ничего не поел. Так иди здесь, агрессив. Вот куст здесь большой. А. Где здесь? Тега на F-ку жмет. А, гиги идут, ребят. Куда смотреть? Блин, здесь Тега. Они идут. С горы? Либо. Кстати, тебе. Давайте к этим подходите, к воде. О, ничего себе, она близко! Что ты не сказал, что она сзади меня? Блять, ну я далеко от вас прям сильно. Минск, это ты, да? Я... Марго, давай налево. Да, тут еще парик. Куда? А, левее, все понятно. Я пока гибну. А где примерно? Снять откуда они идут? Я, блядь, попить хотел. Где они? В той стороне, ближе к горе были. Черная, на фонтан. Краун. Вот. Так. Надо со... А вот она, Гига, за тобой, Саш. Саша, за тобой прям он. Они идут оттуда, откуда мы пришли? Да. Втроем спускается, отходим к стражам. Гриссив, ты где? Да вот он. Санта-то что-то в кустах, короче, стоит и ноль эмоций вообще. Санта! Я ем, чего такое? Гиги! Пошли! Я вижу, они, блядь, прямо у меня, чего вы орете, не пойму, блядь. Ну потому что ты молчишь. А говорят, уходим. Говорят, ты в кустах. Я на стега камням побежала. Чё, орёшь? Ой, тут еще одна обходит. Чё не орать-то, блин, если ты где-то... А, кстати, они трафик закрутят, ну, бесполезно. Трайк сзади еще одна. А чё за стега там спит? Одна обрезает. Ну, всё, уходим. Обрезают, нога, вижу. Давай. О, нифига себе, тебя тэпнуло. Да, блядь, вообще не реально. Ебать, чё только что? Блядь, это что такое вообще? Реально просто, ну. Право. Блядь. Может, ну и нахер, альт F4? Конечно. Не. Не, я вообще не понимаю, это ж кого бить. Я не понимаю, как драться, я не... Блять, вот только. Ну я прописал двоим сейчас пару лещей. А по тебе попали? Не. Вообще законно, да? Я слепался резко прям на несколько метров. Я бы даже сказал на несколько корпусов. Я не знаю, как драться. Я не знаю. Че, на гору уходим туда кушать? Ну, с едой прям не совсем все плохо, но так более-менее. Ну, на горе им сложно будет атаковать. Предлагаю туда пойти. Пошли на гору. Ну, так можно пожрать-то маленько. Ну, направо мне тогда поворот. Мне бы попить, у меня чуть тоже чуть больше. Водички надо попить. Ну, давайте попьем. Правда, они потом не дадут. Тут куст большой, ребят, у меня. У меня. Большой куст, кому? Прямо вот тут рядышком. Вот он. Где третья? Третью не вижу вообще. Вон она в конце. Одна с моей стороны. Никто есть не видит, да? Блядь, что за херня? Шла, развернулась. Бред вообще, она прям у меня в морде идет. Короче, трайкам надо подальше и бить нон-стопом. Идите, пошлите вас, покормлю хотя бы. Это не серьезно. Одна обходит сзади, Санд. А, она вон она, нехармановая. Одна справа от камня, одна у меня. Вот прям вот тут покушать можно. Там Гига, отойди уже. Ой, Женя, Федя, там Гига, уйдите оттуда. Да, я на него. Ну, конечно. Она кустик не охраняет. Блядь, вообще бред какой-то.
Вообще на тэп... О, как все тэп... Кегичи, вы видите, что там к вам Гига с одной стороны подходит? Да тут вопрос в том, что она тэпается как кусок. Слушай, ты куда побежал? А, Гигу понятно. Гоняю, куда я. У меня бежал просто ты один, а Гиги стояли. Брат, ну помогайте кто-нибудь. Я отхожу с ним. Я здесь, если что, ты ее убьешь, ударишь, я буду за ней бежать, переживай. Шутник. Ну, я буду пинать. Юморист. Буду пинать ее. Так, что, идем к горе? Ну, а, да, сейчас еще отоплюсь. Угу. О, Гигуси, не хочешь между камушками? Сейчас я на буквально на 12 секунд отойду. Прям, раз, прям два, на 12. Три, у маленького дяблика. Четыре, ну, короче, пять, говорите вам, чтобы помогать вам, ну, потому что поем здесь. Угу. 8, 9, 10, 11, 12, блядь, как мне ее ловить? Она резко тэпается, я только собираюсь за ней бежать. Никак. Право уходит. Тут я тут, считай там. Ты дольше две. У вас раз, две, да, там? Да, одна влезла. Да, две. Чё, давайте. Ай, попала по мне, сука. Попал по силоухой. Бейте, что она к тебе бежит? Красавцы, все. Убил. Он даже убили? Не успел. О, блядь, еще одна, ёпта. Кричались, вторая. Она же кричала. Она без стамина. Она у меня залагала. О, давай, погнала. Там еще одна. Беги, беги. У меня стамины мало, мне не хватит, но траки за тобой. В смысле, да не, я не... блядь? Ты зачем остановилась, надо было вторую. Блядь, меловуху я хотела. Я без стамина сейчас. Все, назад отходим. Не надо было бить, надо было за той бежать. Тут точно... Мне вообще, она... короче... Одна Шанта лежала, на ходу, а вторая бежала. Ой, блядь. А я прям она бежит так, я думаю, сейчас на силовуху подловлю. Бью левую, блядь, а он бьет как будто правой кнопкой нужно. Штегичи молодцы среагировали, добили. Ну, я добрал. А вы что, Гигу убили? Ну, опять слон. А вторая, у меня тэпнулась прям резко. А что, не убили там? Евгений, ему плохо. Мне бы тоже блит отхилить. У меня третья 9.75. У меня 18 беда. Я вас закилю всех, не переживайте. Траки у нас не наближены? Нет. Они не кусают нас. Они не обходят траки. Потому что у нас еще майка есть. Все, они сейчас свалят. Да, не пойдут. Бояк кончен. Если трайк сейчас бледанет, все, я потом от них не отстану, блядь. Да они не пойдут сейчас, все это бесполезно уже. 2 гиги тут ничего не сделаешь. Ну да. Спасибо за бой. Маргова пишет, угу. Да. Пусть горит. Ну идут обратно. Это жизнь боли его компашки. А, глядь, это такие. Блядь, вот где он идет, интересно, вот даже вон я не понимаю. Вон он за камнем прям. Нет, я понял, что за камнем. Вдруг не за камнем. Вот идет. Ну, да перехватывайте, может, пизды дайте ему. На зетке. Да не перехватим мы. Ай, побегай за мной. А чё там два трека за одной гигой только ходят? Скажите, пожалуйста. У тебя да, первый камень, не переживай. Минского четвёртый уже сейчас накапает, наверное. Не, четвёртый не дойдет. Ай, попал по мне, спасите меня. Да выёжился. Беги да, к нам. Да, 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 иду. Он не добежит, всё. Беги и ложись, ложись, ложись сразу. Ложись, ложись, ложись. Все нормально. Да вы ебался. Федя, вот ты нам больше всех нужен. Как в жир ногами, Федя. Нормальный майк, их легко победить, им просто не давать хилиться и все. Федя, они же уходили. Федя не усидчивый. Это гига, это нереально ее укусить на майке. Она майка длинная, она ее прокусывает. Лево кусаешь, она сразу ее прокусывает. Да я пробовал, вроде вообще сбоку пробежал, не понял. Причем, что меня укусил, я уже убегал. Так как-то. Женя, ты слишком далеко лежишь, тебе не кажется? Ну, у меня... Четвёртый, слушай, какой это градус? Другие гиги, точно. У меня второй, наверное. Так возьми Тедди ближе ко мне. До третьего вытекешь. Не нет, не вы... я думаю, не вытеку. По тику посмотри и пройди там эти пару метров. Всем, блин, да, ну давай, попробую. Это же другие, получается, гиги, это не сложно.
Хотя бы вот сюда. А кто у нас еще текет? Передо мной стоит жизнь, боль зеленый скинул у него. Кто... Со а кто у нас еще текет из тягичей? Путин, на... Путин, да? Путин. Что я пизды получил, больше не выкобеливают. Ты сегодня, блядь, пизды получал несколько раз. Выкобеливается он. То Алик меня накусал. Это они на меня напали. Я даже не знал, что они рядом были. А не ты ли говорил? Я всегда везде смотрю. Я смотрел тогда на стадо. И на гиг, а не на аликов. А Стега, который был рядом, я не лупанул случайно по тебе еще? Походу лупанул, потому что у меня 19 пизда было. Понятно. Да, попал. Не, у меня гига раз укусило, у меня 11 копейками было. Блять, третий натек. Да он все равно все натекает. У меня сейчас 4 и 13 давай подменяй его, зачем он с третьим ходит-то? Смысл? Кто ходит? Я это встала. Ну ты утрут мне третий экран. Так он лежит. Где? У нас я лежу, лежу. А, тьфу, я привык, что на трайке, ёпта. Ну я покурю пока. Мне работы пока нету. Самая нервная работа, наверное, да? Тут одна пробежка и минус майка. Ну и Стега. И Стега заодно. Два причем сразу. Еще можно и Шанту догрызть, да. Ну да, в принципе. Остановиться просто в ней и грызть. Стамину хилиться происходит. А у меня капли нет, просто экраны. Если они не лезут... А у них вообще экраны есть какие-нибудь, нифига? Нет. Ни у кого нет. Ну если я пнул под жопу, это если считается, то да. Хотя, подожди, почему? А, мы же когда догоняли, там уж, по-моему... Еще ну, это не... другие гиги, Саш. Да нет, какие другие? Они бы спустили такой экран. Одну убили, это две. Это самые гиги, которые мы сразу начали находиться. Я не имею в виду тех, которые там были. Я вообще имею в виду, сейчас вот бой начался. Володь, не застревай только. Ты сейчас так жопу... Либо он, ты что, завтра выходной, что ли? Как получается? Это Галика надо куда-то убрать, я случайно его, скорее всего, убью. Да плевать. Что проблема? Ну напиши, чтоб не ралось тебе мешает. Ой, чуть не убил Трайка. Угу. Раптор, это твой друг, наверное. Че он будет пробегать, прям я чувствую. Пытается пробегать. Да, он прям хочет. Он хочет. Может там в камнях застрять. Видит, нет, нет, мой, лежат. Мой, мой, прям целится двойным по мне попасть. Ты справа или слева? Слева. Володь, не отвлекайся, гига. Я застряла, вот если бы ты за ней ходил, блин. Ну если бы у бабушки был бы хуй, она была бы дедушкой. Но... Да. Не нервничай. А то я сейчас начну, блядь, свои шуточки такие слышишь, стрелять. Слышишь, нахуй, ебало на минус. Ебало, завали. Моль, успокойтесь, вы, ебая. Придержите свои словечки. Все плывется, все, не нервничайте, ребята. А кто нервничает? Я не нервничаю. Марго только и... Ну, Моль, с выражением подбираем. Хорошо, хорошо. Ну, он будет пробегать, скорее всего, да, Минский, смотри. Да, я вижу, смотри. Этот мой, потому что он, я один, он пытается по мне укусить и по тебе. Угу. Там он не побежит, потому что там Марго стоит. Будьте осторожны, да, будет пробежка и вас питаться. Угу. Я, кстати, могу никак. Что не будешь? Да, нет. А, ну так ты, если что, встань хоть перед смертью разочек. Пни. У меня один блит остался. Я встал, я сразу вытеку. У меня 4 экран. О, у меня блит прошел. Лягу ты в их место. О, второй парик подошел, да. Понял, пробежка не удастся, да? Решил влево. Ну, я снимаю его постоянно. Как только близко совсем подходит. Угу. Надо лежать, пускай все думают, что мы умираем. Так, вот это вот. Видишь, он со спринта постоянно сходит? No. Постоянно прям отпускает кнопку. Я только маленько вперед, он даже не торопится, он просто поднимается, но не шифтует. Но видно, что он шифт отпускает. Пускай привыкает. Так, я блиц кинул.
Чуть-чуть развернусь, чтобы это. Ух, как тут я пойти. Тут вообще жесть. На минуту отойду. Алла, Гига! Где? Раз дал. Раз дал. Сзади, 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 еще одна. Тихо, Трайк. Че, не бью, не бью. Я по ней попал, да, тоже. Мы не догоним, да, она течет. Все, не догоним, стойте, стойте, бесполезно. Попали? Я тоже попал. О, догоняй, это без спринта. Давай, давай, за тобой иду. Стамины нету, ребят. Так, вот это жизнь, боль, давай. Блин, оттепается, зараза, я его не вижу. Где он? Вот он. Блять. Да просто нон-стопом бей правой кнопкой. Хорошо. Бля, по мне тут страйк не бейсь, блин. Да не бью я. Убили одну. Так чтоб тебя одну не убили мы. Я ни разу не ударил никого. Так мы же нон-стопом херячим. По мне да попал это, трайк. Да по мне. Я не попадал, я ни по кому не ударил. Я даже не бил ни разу. На месте. Ну вот, теперь уже минус вторая. А вот это уже... Чё? По второй не попали? Вторая нет, тоже попадали, но она же не близит. А, да. Да. Блин, ну это было сейчас жесть. Это окей. Пиздец был. Я ее вроде в жопе, она хренясь уже умерла. Она у меня в жопе, она у меня в жопе. Ну. Я за Галей. Саша у меня в жопе, блядь. Еще одну гигу убили. Путин нам убили. Да. А и Путина убили? Пробежкой да, побежал, зараза. Пробежкой пролез. Это я его зацепила, я по Гиге хотела, а получилось и по Гиге, и Путина добила. Ну нормально тогда, не так жалко. Вижу Гигу, ага. Ну поднимай. Нам идет? Нет, она уходит. Она на нас идет. Ты экраны видишь? Она уходит, она вообще не течет. На нас Гигуся идет. А, течет, течет, течет. Да ей плохо должно быть, ну какая. Течет, течет, у меня. На нас, возле этой... Трайки возвращаются. Ничего, Гига. Мы ее пинаем с Галиками. Возле стражи? У стражи, да. Еще одна? Кто там? Четвертая? Это Гиги. Это та же, которую вы напинали. Мы пинаем. Давай, давай, Талибан. Дал, 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 молодец. Бегите, все, отходите, отходите. Или накусали? Да кого не накусали, преследуйте, чего? Я пинаю под жопу Гигу. Не знаю. А, это другие Гиги. У вот нас другая Гига тут, ребят. Это другие. Или назад уходить, или что? Агрессив, сзади Гиги, ничего. Отходи, конечно. Но тут гига течет. Отпускать ее? Агрессив. Короче, вторая пачка. Да, вторая пачка пришла. И да, на вас идет. Так зачем вы орали? Да специально орали. Отпускать чтобы... мне гигу или нет? Отпускай, отпускай. Морга, да, она сейчас побледу. Они стыки че убивают. Бей, 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 Талибан, бей! Пошли назад. Все, не меня только. Пошли к нашим. Укусили, нет? Я ударил. Слева гиги, видите, ребят? Видим, видим, видим. Через елки я не очень вижу, но... Это, наверное, первая пачка, которая у нас... Вот попала. Она. Вот ее можно было добить. Аккуратно. Бегу к вам. Кусай, бей, бей! Бей, бью, бью, бью! Блядь, нам нужна здесь майка. Отходи. Бегу, отходи. Бегу, 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 нет, бегу. А почему она не текет? Нам по надо... ней Талибан и я попала. Водопад. Надо водопад, да. Я да, не знаю, они так тэпаются. Но мне надо бы каплю еще отхилить. Капните разочек. Третий экран. Кто-нибудь. А, не, она течет! Майка! Да все, у нас майка есть? Майка! Кто-нибудь гафните! Да, поднимать вот. Надо, поднимать, парень! Гавкаем! Пошлите водопад, все, пизду, водопад Саша! Водопад плохенький! Я могу, ее надо... Мне четвертый появится, если я не лягу. Давай, ложись, отхилимся. Ложись тогда. Ну, здесь тебе не дадут, ну давай. Ну, мне буквально тоже минуту. Хорошо. Блять, у меня 3,6 на. Она уходит. Да ей на... Игла. Потому что налупили. Вы же вдоль воды лежите? О, да? Галя, молодец. Да, да, да. Лупасит. Я бегу. Решили волнами нас замочить, да? Еще раз прыгните. А вот да и... не рискуйте так Кручу сильно прям там, а? Да. Сзади, сзади обходит гига. Я вижу. Дай-ка я туда подойду. Давай. Угу. Стега, Стега, не маши. Не, стамина вообще миллиметр остался. Парик молодец, лупит. Какая гига течет? Которая к водопаду пошла. Я
Сейчас пойду за ним. Марго, че по бледу? У меня блед прошел. Блин, мне кажется, хреново вот это гиги. Все, сейчас посмотрю. Так, стыка кто стоит? 7 бледа. Че, пошли водопад? Ты какой экран? 7 бледа ты. Дал, дал. Вот это где что, да? Майка, вот прямо туда бежит. Так, сзади парик. Сзади парик. Гига там бежит. Стега, а стега, стега. Блин, все спят. У меня стамины нет. Блять, я вижу только две, где третья? Стега, не махай! Не машу, все. Там обоим плохо. Одна справа. Да, все понял. Так, у меня кто вот это идет с трайка? Я на трайке в хвосте, у кого иду? О, в хвосте у меня ты идешь. Все, понял. Приостановись маленько. Ребята, пошли. Что? А вы куда пошли? На водопад. Водопад. Молодцы. Ну ладно, идите. Сказали же, что водопад идем. А конечно. Где? Что конечно? Гига сзади, трай. Я вижу. А. Ты не слышал, Женя, что ли? Я слышал прекрасно, но если что, сзади же, Марго. Гига побежала, Шанты. Нет, тут так не так, пройдет. Я ее догоню. А, нет, догоню, по идее. Там еще давай, трай. Это, вот, может, там идем попал по одной. Ой, она без спринта. Все, уходим. Попал. Сзади. Трутень. Попал по ней, но, бля, у меня четвертый экран. У меня тоже. Блин, ну зря вот это сделали, кстати. Что? Ну, потому что не уйдем. Чем мы не уйдем? Ну, потому что. Да что ты, Майка, опять вот это гига, ей трындец. Хорошо, потому я за ней иду. Она получила. Ну, что, какой у тебя экран? Хорошо. Я за ней просто так, иду. Гига за мной одна. Марго, что у тебя? Ну, я также теку. Первый экран давай ко мне. Или второй? Уже второй. Блять, идет ко мне, зараза. Где? Так, а где тройка у меня идет, была? Где? Тут. Ушел? Да я рядом около тебя. Нет, трай, который тут со мной был, свалил? Ушел, да. Тут мы. Блин. Бля, лагаю. Марго, трайки. Вот там гига. Упс, в лесу, вот она ползет на меня. Марго, справа, за мной. Это гига течет, нет? Которую мне сказал. Да, мы налупили ей до этого. Ну не буду же я бегать, Саша. Я знаю, что он на тебя не побежит сейчас. Так что ей бежать-то один? Прокус, и я сдох. Я бы побежал. Четвертый экран. Гига, видишь, подходит? Да, вижу. Там один. Так, та гига отходит. А кто там еще трайк по центру стоит? Бежит! Кто лежал? Не успел я его лупить. А Санты нету, что ли? Я тут, почему? Вот или агрессиво? Она даже не течет. Вон, кто по центру? Ты течешь, Саш? Я теку, конечно. Все, ребят, отходить теперь можно смело. Агрессив? Я теку еще. А где агрессив? Выкинула? Не знаю. Стоит он. Он стоит. Вон гига одну. Я одну гигу здесь, ну, что-то пытаюсь держать. Она сожрала нашего, блядь. Давай тогда, наверное, или... А, Дунь Марго, иди тогда туда, да. А, пускай Санта тогда тут побудет. Ушла гига, да, Санта, не видишь? Да я не вижу, потерялась, сэр. Я тоже что-то не вижу. Так, одна с правой стороны. Отхилилась, возвращается. Что ты, серень? Ты где ходишь? Ты чё молчишь? А вылетел, в смысле ходишь? Ну, понятно. Женю убили. Кого? Трутня. Трутня. А Мелисса жива еще? Здесь стою. У меня даже беда нету. Повезло. Да ее тэпает, она не попадала во мне. Да, я вообще такой, я прям посередине вылетел. Ты еще не зашел? Так, вот тут гига около меня. Да, да, да. Сзади, да? А выйдем это. Да, вот оно. И агрессив вылетел, блядь. Захожу. Ага. А давай-ка чуть-чуть поближе. Ты осторожно. Где-то еще одна. Ох, он мне по мне попал вообще каким-то боком. Ты очень близко был, Федь. У меня вообще по мне было и очень далеко. Ходи, ложись к нам. Не могу ходить. Там ночь или день? Ночь. Ложись. Одна гига пошла к тебе, Саш, две здесь. По мне было, я в ней вообще дофига далеко. А, слева пошла, да? Ага, вижу. Здесь. Дилки здесь. Она лежит, одна легла.
Ну это вообще, вы понимаете, что сейчас происходит? Походу будут пробивать. Вот, сейчас это уже другие гиги опять. Да, это другая пачка. Ну, понятно. Курс. Так, у меня блин прошел. Пошлите. А, у нас Талибан еще включат. Я не могу идти. Так, Санта, давай чуть назад к нашим подтянем. А что, их две осталось убили, да? Нет, три. Нет, три. Славку получил один, но вот он бегает справа. Или другая. Там гига подходит. Ко мне лично. Видишь? Я никого не вижу, я вижу только вот здесь. Вот тут, возле меня. Это призы, слышишь, я вообще аккуратно делаю. Меня кто-то кусает, блядь. А чё меня ударил? Я не понял. Случайно что? Вставай, Майя. Вставай, Майя. Типа, чё спишь? Ты чё за стену? Ты чё, ударил меня? Блин, где бы три? Типа, вставай, хуй лежишь. Там, я не могу, Гига бежит. Не ешь меня. Там. Или за кем она отгоняет? Так, если Гига идет, бежит, вы кричите. Вижу так. Гигу. Так она и там и была, Марго. Не-не, она бежала. Наверное. Это. Тегич такой прикольно к парику хвостом развернул, чтобы сразу и Гигу, и парика контрольный, да? Нормально, да. Дилка. Где? Сука. Вот она. Парика укусила. Так, что у нас вообще? Вон Гига одна лежит. А мне Гига подходит, видите, да? Как блит проходит, уходит водопад. Гига. Стегич. Так, видите, Стегич, да? Я отхожу, ну его нахер, чтоб меня не боданули. Случайно. Так, у меня блит прошел, я могу это бегать. У кого еще блит Альбана? 4 блида у меня еще. Ага, ждем туда. Опа, Гига. Ой. Дилка Гигу поставил. Гига. Короче, ложись, я Стегич. Мы не уйдем. А кого убили сейчас? Майку? Бесполезно. Стегичу плохо, его укусили. Моль убили, что ли? Нет, я здесь. А кто это? Парик дохлый бежит. Парик тоже. Она пробежалась. Не думай, его мне так плохо. И у нас неким подымать, да? Ну, Моль еще хилится. Майка у нас, она же не течет. Да нет, я вот бегаю. Так вон, ну ты иди, Гига лежит. Майка, иди, Гига. А где лежит Гига? Вон прямо. Вон возле столба, прямо. Справа, справа, правую. Правую. Все, вот это. Правую. Справа от камня. Та стоит, ест, ты что, ее будешь подымать, что ли? Ну. Все, назад, назад, видишь, встала уже. Да я понял. Там вторая на картах. А у вас что, Шанта, по экранам там? У меня четвертый. У меня второй вроде бы. Ага, сейчас, блядь, разбежался. Да, отойдем туда, отхилимся. Смотри, сука, охраняет ее. Ну, естественно. Сочувствую. Так, тут у нас Гига откуда? Да, агрессив, если что. Позади тебя. Перед тобой теперь. Да, бежи. А, да. А что он будет делать? Укусит будет меня, что ли? Забирать, наверное, это Гига. Он же не будет ее кусать. Я так и подумал, в ней остановился. А взял бы и укусил. Ну, ну и ладно, ее бы наблизил, бы ее добили. И ты бы помер. А мы бы не добежали туда даже. Так, слева вот Гига, ребята. Тройки. Они видят. Еще так, две Гиги у близнецов, правильно? Одна здесь у тройка. Стегич, отходи. Кто там одинокий гуляет? Стега! Блин. Сзади, это не наш. Майк, сзади Гига стоп, подходит. Это не наш. А, не наш? Я вижу. Вообще, он не в пати ваш, даже. Ваш, да. Кто? А кто это? Я не могу тех поднимать, они у берега прям лежат. Кто наш? Он... Кто наш? А, он. Стегич, который возле них ходит, он не наш. Ну это хорошо, что она их кусает. Осталось только я и Талибан. Дилка там херячит еще Гиг. Я на стеге же сказала, ваш. А ты что не сказала раньше? Иди сюда, что ты там стоишь? Отходи. Здоровалась. Да не нормально. Отходи. Да это не она, блин. Она рядом со мной лежит. Кто она? Мелисса лежит рядом. Блять. Это нет, не Талибан, не Талибан. Талибан. Киньте Африке. Вот сейчас я блин получил из-за тебя. Сзади подходит Гига. Тягуйте, что там живое. Я подтягиваюсь. Блин, нам надо не рисковать, нам надо просто отойти в водопад. Да я уже сейчас не могу отойти. Мне пришлось ну вот я тоже лопить.
Все, сейчас она убежит. Гига бежит к нашим стегичам. Стегичи. Зачем к нам пошла? Ой, я ударил два раза. Гигу держу. Два раза ударил. Пизда. Так, стегичи, не бейте. Кого-то убили еще? Парика. Да, парика. А че Гиги хуёво, что? Че с ним ложится? Марго, она со спринта бежит, ее не догонишь. Да у нее спринт уже кончился. Все, ну, стеги надо. У нее стамин два раза, три раза больше, чем у тебя. Ну, не в три раза. Ну, у Санты больше стамина. У них практически одинаково. Да, просто она же бежала до стейкича. Угу. Она чуть-чуть сбежит, получается, в итоге. А чё ей херово, что ли? Чё он всё время ложится? Ну, возможно. Блядь, пойду я, короче, её подниму, попробую, нахуй. Не, блядь, я её поднимаю, я её поднимаю постоянно. Африка, чё сразу к нам не пошла-то? Я за три пнул уже. Тагига лежит, сука. А где Тагига-то, я не пойму. Подожди, их что, снова три, что ли? Да? Две. Три. А мы не... Вот у вас а две, у нас... А мы разве не убили ни одну? Еще? Нет. Нет. Печаль, печально. Так, две минуты, вроде, и блин, закончится. Слушай, у нас еда уже проблемы начинаются. Ну, пока что есть? Я по последней гиге Силауха убил, в принципе, если что. Дилка сейчас к вам бежит. Стегич. С этой с Шан. Ага. Дилка к вам идет, из-за камня. Я за ней. Чё я по этой суке никак попасть не могу, блядь? Дига на спринте. Вижу. Лежите, вы же текете, Стегич. Она за Дилкой побежала. Она за Дилкой. Дилки тоже, получается, гиги должны накусывать? Она накусывала при мне, я видела, Дилка кусала пол. Их тут две Дилки. Так, пойду ту гигу подрачу, раз эта отошла. Там одна она лежит, кстати, да? Она... Где она лежит? Так, ну-ка, подходит, я не знаю, где. Ты же смотрел. Нет, та, которая лежала, я ее уже поднял, она в лес ушла вообще. Ну, она пошла в лес хилиться, надо было с ней пойти. Я сейчас пойду. Смотри, чтоб не съела. Куда вон бежит? Она вернулась. Кого? Сука. Она пытается, все подъем, все подъем. Давай, Марго. Если хватит стамин, ну, надо было бежать. Надо было. Она же без спринта. Наблизили ее, нет? Со спринта она от меня бежала уже. Не знаю. Блин, получила она, нет? Откуда? От Шанты? Так, у меня Игорь... три фукра. Получается одна. Всё. Так, нам как-то надо дойти аккуратно. Третья идет на стегичек. Надо, надо доходить как-то, блядь. Надо доходить, ребят. Надо терять и доходить. Мы сейчас сдохнем, да. Они сыграли на это, они сделали, ну. Нормально, нормально, не боимся. Это жрет, типа. Так как у камня стега кто стоит. И Шанта лежит. Я, наверное... Меня одна в лесу, на которую я херачил. У кого еще блит есть? Меня. Ну я дойду, слышим. У меня тут 4 блида осталось. Стоим, короче, пошлись. Сейчас полезем. Да, Мелиссу ждем. Подходим. Да мы тогда сдохнем все здесь. Да. Пойдемте, пойдемте. У меня 4 блида, я думаю, а я дойду. А экран какой у тебя? Второй или третий? Тогда пошлите. Вот, сам будем пойдет. Пытаться. Только не бейте. Слушай, а мне еды не хватит, если мы пойдем туда. Они перестанут они нападать, и мы выйдем в волнуюсь, да. Давайте попробуем. У нас выхода нет. Одна легла. Потому что... А, я зависла. Таким блидом, второй волной, блядь. Гига, слева гига. Шанты. Да, они лесу. Тут везде. Короче, я заднюю смотрю. Mm-hmm. Или кто смотрит заднюю? Я просто башку верчу. Да, нихуя не вижу. А, вот на картах вышло, да, еще один. Они сейчас жрать будут, они голодные. Сейчас она будет спринтовать. Mm-hmm. А, ее там, да. А где третья? Скажите мне, пожалуйста. Она впереди нас. Ей эти плохо. Жрут, эти жрут задние, которые. Та, которая передняя после меня. Видали, в силовую, я по ней чуть-чуть попала. Вот две здесь, одна спереди, чуть-чуть справа. Осталось. Слышите, да? Право, да? Две здесь, две за мной, за вами, одна. Короче, отстали они от нас. Экраны смотрите. Да, 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 все, заходите, заходите, никто все, не недалеко. Сзади две далеко, заходите. И закрываем дверь, да? Да, все, да, закрывайте. Закрывайте. А третья ушла тоже, ее не вижу.
Да, походу хилис. Так, я убежал кушать, короче. Тоже кушать. Ну, извините. Ты стой там, а я кушать пошел. Так, идут по речке, короче. Я регеню свою каплю, третий экран. Как нам тут встать, а? Трайки вперед, шансы за ней, как обычно. За ними стеги. Середину как закрыть? Не надо ее закрывать. Середину они не будут, они зацепятся, да, за середину. Потому что трайки по бокам зацепят, зацепят. Боковым. Вот это, блядь, вечер, ну, я в шоке. Я нормально напинал, блядь, я не знаю, ну просто у меня вариантов не было ее. В смысле в шоке? Про вторую волну? Ну, одни сменили, другие пришли. Да, это нормально. Да, для нас нормально. Это с Динотопией, такое там любили, там не в две волны, там в четыре, и блядь. И в пять было волн. Знаете в чем? А? Вот я сейчас заходил, да, у меня был как бы это, вот знаете, когда долго прогружается, типа постоянно день горит. Ага. Я когда вылетел, был слон, арканы и вся фигня. Сейчас я когда зашел, мне кажется, это жизнь боли, все остальные здесь. Может быть. Блять, надо пересмотреть. Надо реплей пересмотреть, потому что да, по актам вообще не они были. Арканы постоянно на светлые гиги, тут зеленые ходят. А это были темные. А сейчас темные. Вот последняя а почти опять светлая. Поменял динозавра, была, да? Просто. Гиги так поверху ходят. Либо началась опять такая же хуйня, как на Динотопии со сменом аккаунта. Угу. Нет, тут можно же запрещено. А ты докажи. Ну сейчас реплей посмотрим, посмотрим. Если но будет, ты докажи, смотри, что вот, это их второй аккаунт. Вот смотри, вот, элементарно. Ну, наверное, если... А, почты могут быть разные, ну да. Конечно. Ползет Гигуся. Ага. Че, в регенте? Она там Галика караулила. Баб... Йоу, так, Путин может сейчас экран туда прийти на майке? Нет. Нет, чего на майке? Водопад не может, он же не в водопаде умер. А нет, а, смотря с кем бой был. Бой. Да. Понимаешь, что мы это уже запутались, закончится, с кем у него был бой. Так, с Гига подходит. Я черную Гигу пинал, потом белую пинал, я не знаю, одна ушла, вторую начал пинать. Хрен знает, с кем я дрался. Так, 7 минут не будет урона, выходим, надо трайков кормить. Да я не тороплюсь. Марго, они Володя говорит, не дадут выйти. У меня 41. У Володи у тебя что? Какая же фигня. Нормально. У меня меньше фейт, но я не могу сейчас говорить. Ну сколько у тебя? Я не могу сейчас гигас хоть говорить. Может. А ты что, дерешься что ли, или что? Ну он... У меня 23. Пасет, 23 у меня процент. А, я ж не знаю. Это тогда, наверное, мало. Тебе нужно отойти. Да. Чтоб ты сейчас 7 минут не участвовал в бою, если что. Да, отходи. Ну, смысл? Да отходи, да, ну это, так помрёшь. Ну, либо голову, они еще уйдут, мне кажется. Я ну, думаю, идут, потому что сюда заходить это уже... Да, это... Будет копец. Ой. Сейчас как выйду, да как дам, подожди. Как опять получишь удар, как опять будешь бежать обосранный. Слышишь, ты на майке поиграй с такими фризами и потом поговоришь. Я играла, Федя, ты забыл, как я спину вертела? Ой, я забыл, ты же убийца. Конечно. Так, вторая. Тяжело. У меня такое ощущение, что они будут до упора пробовать что-то делать, но... Это может да быть до голода будет. Принципиально, прям. Ну если уже если будет сильно печально, отхилимся но... сейчас немного и пойдем тогда налево на гору. Сейчас светло будет, будет полегче. Так, если возьми, может чуть-чуть вперед пройди. Зачем? Если Гига это левая на Санту побежи, чтобы ты, если что, мог... Надо помочь ему, ты боксом зацепил. Еще ближе, ты что-то совсем далеко. Но он побежит между мной и пускай этими. Бежит. Пускай бежит. Ты хитбоксом зацепишь на расстоянии небольшое. Ну я понял, а если он в меня побежит, а не в Санту? Ну, сзади Барго. А здесь ему уже не развернуться. Но. Если Марго не забудет и встанет. А здесь мы уже добьем.
Блин, я бы покурил бы, так эти засранцы тут. Забегай, ой, давай еще раз покричим. Где давай третья, а? Где третья? Ушла наверх, вся водопад. Куда-то наверх пошла. Блядь, ну нахера, моль. Ёпты. Моль, самоубийца. Да он кричал, я думал, успею. Федя, блядь, ну ты чем сапожи. Чем ты, или ты хаус хочешь? Да не, да ничего я не хочу. Выеживается, бегает тут. Не, ну в смысле, он закричал, когда он кричит, он кусать же не может. Да он успел прокричать просто. Эх, половый бы мне экранчик, я бы тебя сейчас находил тут. Без спринта на зетке. Мечты, мечты. Он поэтому и ходит, потому что понимает. На полового экранчика лежать минут 15. Мне больше. 20. Стал на спринт. Ой, четвертый затек. О, третий экран. Ура, я буду ой, жить. Блять, ну вот эта хуйня волнами, я ее терпеть не могу. Я уже ссать хочу. Часа полтора, блять. Ну сходи пей, пока, пей, ты пей, на пей, шанте, пей, красава. Иди сходи. Не попал, не? Нет, по-моему, нет. Блин. Иди сходи, быстренько. Ты же лежишь за трайком, никто не поймет, беги. Давай, не, да. Я встану. Встань просто стоя, так полтора иди. Короче, вторая подходит, что не мутит, а? Вон третья лежит сзади, на водопаде. Ага. Да не, им сюда заходить вообще прям не резон. Входит. Вторая тоже сверху вон. Где-то уходит. Типа уходит. А не возвращается. Нет, сверху смотрит. Давайте смотреть, у кого у нас у Санты, да, по еде. На него будем смотреть, из чего выходить тогда. Ой, потому что он сдох из голода. Покормим всех и обратно вернемся. Ну да. Санта, у тебя что? У него, видишь, гига впереди. 18%. Сколько? 18. Давай. Надо уже выходить. На над Маргоша, это как гига. Куда выходить? Да я не знаю. А, ну прыгай, сука, прыгай давай. Если выходить, то это надо вообще... Подожди, 7 минут там как-то по-другому считается. От последнего укуса. Если никто не текет, все, 7 минут. Я не теку. Прыгай, сейчас моя уже хорошая, прыгай. О, прыгай. Санта, блин, почти. Прыгай. Я сейчас если плит положу, потом не смогу выйти. А. Я лучше уже встану на всякий случай. Бы. А Санта на чем? На траке же, на да? Траке, да? Да, да. Вот, ну прыгай, блядь. Пизда. Дриус, давай, вали. Смотри, смотри, Дриус, давай. Смотри, что делает. Ага. По нему пропуск не проходит, он мелкий. Это еще и огрызается там. Да. Блять, и побежал, и второй что-то. Поржал. Ну, это по инфраху. Интересно, что это за гига, блять, полудурочная сверху ходит? Да, они тут три такие. Полудурочные? Да, они, если говорю, они с голода хотят нас кататься, думаю. Ну 7 минут от последнего укуса прошло однозначно. Давайте все на таймер. Они так, спалят, наверное, Настя на трек. Спустилась. В случае чего прерывайте таймер. Ну, чё агрессив ты говорил? Оп, ну они, блядь, вплотную подходят уже. Блин. Убить бы и тоже одну, тоже подвалил бы. Не попал ты, нет?
Не, я звука не слышал. Бля, Дрю жгёт, но. Так, на таймер, да? Да. А чё не попал? Дрю-то бьёт, он же в стаде. А он не считает, а не считается. А, считается, блядь. Мы не можем выйти. Нет, это не считается вообще. Да как ты не считается? Ну потому что Саш, точно помню, что кстати, проверяет на таймере я или нет, он прям вплотную подходит, кусает. Да, да, он проверяет. Ну тогда, блин, бьемся. Что я был, точно помню такой случай, что если в стадии кто-то не участвовал в бою, что-то такое, 7 минут, что-то, то можно выходить. Ну тогда деремся. Хули драться скоро уже, все. Что все? Ну, у меня уже желудок херовый, а у Санты там вообще все плохо, но. Ну на рассвете, значит, пойдем есть. Или не дотянет Санта. Че с граном? Да до рассвета дотянет. Вот тут рядом со мной средний. А куда эти все не крутите бошками, пускай на процент дойдет. Они сейчас будут. Да, блин. Нет. Да. Страшно назад иди. Блин. Чё там, Санта, что ты говорил? Иди большой. 15% еще было. 15%, да. До рассвета хватит. Стоим, не двигаем бошками, байтим, что мы на выходе. Так какое? Сказали, что нельзя. Байтим. А. Блин, Санта не выдрал. Надо идти кушать. Там впереди большой куст, его вот надо но тратить. На горку, на левую. Надо мной средний куст. А до рассвета долго еще? Да нет, вроде. Часик. Ну да, чуть-чуть осталось. Сейчас рассветет и пойдем. Ебать, надо обязательно посмотреть, что это за гиги. Мне очень интересно. Что за гиги? Ну слон-то. Думаешь, он выйдет? Вон я сейчас смотрел. Первая скрин. Пачка. Подожди, а какой? До слона кто был? Слона жизнь боль были. А до жизнь боли? Не знаю. Они меняются, они меняют друг друга. Хорошо устроились, ребята. От первой пачки что у нас никто не умер, да? Почему? По-моему, один Стегич умер. Крутень же умер. От первой пачки? Крутень умер от второй пачки. Это Санта, замри, не маши головой, пока та лежит. Прям полотную подпусти, как только он мордой к тебе повернется, беги в него прям. Да он тогда под бредом будет и до еды не дойдет. То лучше, блин, мне. Ну попробовать стоило, вдруг нет, да? Угу. Уже светло. Нет еще. Федь, ты куда опять пошел раньше времени? Ну ты нам нужен, Федя, прям позарез, ты зарешаешь бой на майке. Вот теперь можно без решейда. Он без стамина, без этой. Марго, чего у тебя по блюду экран? Второй экран. Сейчас Санта помрет скоро, походу. Да нет, сейчас уже пойдем куст жрать. Так, кстати, рядышком куст есть. Тоже. Там прямо рядом куст есть. Большой куст, да. Третья спускается. Угу. Что будут пробежка? Ой, подожди, это сейчас была четвертая гига? Почему? Почему нет? Она сверху. Ну. Две было внизу, третья была сверху. Крикнула сейчас. А, но нет. Она сзади нас сверху кричала.
А у меня только сейчас звук прошел, как будто где-то впереди слева там. У меня давно звук сзади, а сзади четвертая гига ходит вон. Ну, нет, я же говорю. Да, подходит четвертая. Заебись. Ну, может, они там подерутся между собой. Да, вряд ли. Каким она цветом? Да не видно. Темная какая-то вроде была. А там еще вон сзади кто-то идет, еще вторая гига. Ну, слон коцанный. Надо его забрать. И тогда они свалят. Или, или третья волна будет. Да, третья свалилась. Там еще пачка гиг. Карна там вижу. Вот за Карной я видела гигу светлую волну. Нету правил, да, совместная охота, все дела. Что такого же? Ну, типа клановый межует есть. Здесь, типа, одна сторона может сидеть, смотреть, ждать, а потом добить выжившую сторону на свое усмотрение. Либо не добить. Ну ладно, ладно. Я так спросил просто. Ну, я чувствую, мы не дойдем обратно. Я дойду. Значит, там в жопу, к горе жопами. У тебя Минский что, четвертый, да? Третий. Третий, да. Че, может, пойдем пожрем уже светло? Ну, надо, потому что... Подожди еще, подожди еще, подожди. Ты ж не доживешь. Если даже боднет, если тебя укусят, не дойдешь. Да и да. Вот если бы, да, они текли, они бы... Рядышком, рядышком куст там. Но у меня 8% еще есть. Регеньтесь пока. Да, 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 это не ты от голода сразу это первый экран получишь, Володь. В смысле, 5 год? Блин, вон. Рискуешь. Надо жрать. А ну куда, блядь? Ты все тэпается. Угу, пошли кушать. Да, побежали. Я тоже зависла. В лес, в лес, в лес. А где кустики? Налево. Стегич, Стегич. Стега куда побежал? Налево идем, налево. Блядь, кто помянем. Там? Африка, что ли? Да зависла я, зависла. А. Пошли уже все дальше. Страшно, у меня оставили, я да, один иду. Идите, идите, я за вами. Да пошли назад, смысл-то у тебя четвертый сейчас будет уже. Да мне все равно четвертый будет. А. Да, вот это очевидно. У куста где-нибудь лягу как найдем. Сзади. Понюхайте кто-нибудь, куда я идем? Я нюхаю, нюхаю. Все, идем. Вижу кусты. Блин. Вот они. Я не вижу. В надо лесу, блядь. Кого-нибудь из них ловить, одного убивать. Да, идите. Желательно слона. Да вообще ничего не видать еще. Вон они ползут сзади. Надо, короче, нам куда-то выходить. Я зависла. Ешьте, ешьте. Ты опять завис. Вот, вот большие, вот маленькие, какие хотите. Володя, дайте первому пожрать, я пошу. Володя, иди сюда. Так, гига бежит за кем... А, ну, в сторону, да? Володя, ты идешь, да? Да-да-да. Давай-давай, ешь. Вот, пуловый кус ешь. Весь ешь. Одна влево убежала. Я одна с гигами. Так беги налево. Да куда бежать, они меня окружили, блин. Блять, вот вы рядышком. Я же сказала, я зависла, я же сказала, короче, что я... Короче, это, Майка, зависла. Майка, Майка, иди сюда. Смотри там. Опа, 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 опа. Кушайте уже без, я без четвертый. Меня. Ай, Стега. Блять. Блять, в лесу это вообще дебильная идея. Драться, конечно, нам пизда, так я ничего не вижу. Я вижу, я зря я побежал, четвертый накапал. А ты вообще где? Че, поели там хоть, нет? Чуть-чуть. Ну немножко. А да, я где-то 60% набрал. А, ой, по майке бьет гига. Бля. Посиди, я застрял. Беги к нам. Куда ты убегаешь? Все нормально. Все нормально. А где гига, блядь? Только что тут была. Все. А вот и это двое на трайке. Понятно. Покушать, народ, кушайте, может, мы обратно кушайте вернемся? Водопад. А, да уходите. Покушали? Бросайте. Еще минута. Не, так, а где Феделю? Я ничего не покушал, я вообще я не... Все, вижу, вижу, вижу. А я... Так, ну там минимум две текут. А я их не вижу, где они. Слева от меня гига. Вот одна сразу. На майке одна. Пока две отошли, можно вернуться. Сейчас текут у нас. Да не, если вам херово, уходите. Сейчас маленький уйдет, кустик, кому надо. Вот, на мне маленький кустик, да, кто рядом. Кустиком? Да пусть хоть Стегич сожрёт. У кого меньше вот всего еды пускай есть. Да, 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 вот.
Ну вот, блядь. Сейчас вот. А, давай. Вот. Черная гига идет. Два раза застрял. Она не первый раз укусила, она тупая, не кусала. Трайк, развернись. Я пытаюсь. Пусть один одну, другой другую смотрит. Че, в водопад идем? Ну да, все наелись. Майка, типа... я-то не Майку забираю. А что поесть надо? А где мой? Кто не поел? И мне... У меня 22%, я вообще даже не знаю. Мы нашли один куст и все. Тут до хрена вокруг кустов, понюхайте, если возможно. Потому что я нюхал, здесь дофигища кустов вообще. Так. Маргон, куда? Слушай, у черного крана, наверное. Ну я гибу знала. Ты куда один уе шел? Я давно убил. Короче, блин, кустов дофига, ну как поесть их? Ну, идем до следующего куста, сейчас молят, хилит, блин. Сейчас же доблит просто. Да чё вообще трайки спуклос? Сколько у тебя процентов, Сант? 41. На 7 минут не хватит там? Хватит. Если чё, отойти. У меня 22. Хватит. Должно хватить, дайте ему. Ему хватит. Ну и лучше. Пошли, мне тоже хватит. Ну сейчас я отхилю. Только махает, почём зря. А, гига впереди делает. Стенгичек, махайте в этой каше, пожалуйста. Колебан, а не махай просто спасли, так. Нет. Я дигу. А, Молли отхилился? Нет, еще. Африку спасли, нет вообще? Нет. Блядь, зря пенал, да, дигу. Ага. Ну, она забаговалась. Сзади, сзади. Вижу, на меня гига идет. Да. Вижу, вижу. Моль. Я нихуя не вижу в этом лесу. Минский, не рискуй. Рушан-то неудобно, камера плохо в лесу, чтобы это сама видит. Давай, я отхилил, блин, пошли. Пошли. Все, уходим. Подожди, а может этого кого-то покормим или нет, или все? Отходим, становимся на таймер. 22 места метала мне хватит. Бежит гига. Блять, все, отбежала в сторону. Талибан, не рискуй. Блин, вы как-то отходите? В бат... И все, и мы остались. Шопи. Все. Так, гига, да, чуть не сломался. Она мне. Трайк сломался. Агрессиво не покормили. Я просто уже не вывернула. Не, выходи, иди сюда. А, блин, ну, нормально. Агрессив, по-моему, вообще не поел, да? Да я ничего не поел. Так, гиги на картах. На 7 минут хватит. Блядь, надо попал? Попал далеко, Санта, не отходи. Попал по ком-то? Я же не попал. Нет. Отходим. Сант, отходи, они вдвоем. Отхожу. Африку шал. Третья вау, сверху. 7 минут засекать. Не, нельзя уже сейчас. Надо, чтобы отхилилась с Мелисса. А, ну я тогда не выдержу. Ну она пока будет еще хилиться, это идет время, все. 19%. Можно еще раз пойти покормить? Че? Почему там не до конца? Там все равно... Ну давай еще 7 минут на всякий случай засекем. Лига лежит здесь. Ну и я полежу, блядь. Да я не знаю, что-то вы не ложитесь, хильте экран. Ты уже, Моль, раз выбежал. Не-не-не, да, я выбегать не собираюсь, я просто рядом бегаю. Не, сейчас зря это самое, блит не получаю, Василий. У тебя уже экраны, ты от укуса сдохнешь. Я не собирался никуда бежать. Просто посмотреть. Лежа, смотри. Семнадцать. Сзади Рекс. Что, 17? 17% еды. Ага. Ну, там нормальный таймер забили. Сейчас мы сюда Рекса позовем еще. Ну, Шанта зря идет. Да, он не пойдет на Шанта. Но... Марго, ты зачем? А вдруг интересно станет? Интересно станет. Интересно станет. А хули молчать?
Майка будет орать, на Майку Рекса идти неинтересно. Ну, на Шанту точно неинтересно. Потому что эта хуйня убежит. Это мы знаем, что на Рексе нехер на Шанту нападать. Прямо у Санты в башке крутится зараза. Хитрой жопой. Ну не проверяет, наверное, таймер, нет. Видел? Он только ударил, он сразу тэпнулся прям на метр вперед. Угу. Что за херня? Он сколько времени ходил? Только к нему подошел, он сразу чипыр нахуй на полтора метра вперед. Ну, сука. Федя, ори. Давай, иди сюда, пожалуйста. Вообще бы Федя, конечно, лучше отсюда выбежать, на самом деле. Я могу выбежать. Ничего сделать мне, выбегу. На могиле сидит, блядь. Че? Выбежать и кого-нибудь привезти сюда, да? Не, и стоять в сторонке. Просто если мы успеем выйти, ты же потом не... А ты орешь, что ты не выбежишь, не успеешь. А плевать. Да успеет, че. Много от хитника. Ага. Так, что у нас по таймеру? Еще 7 минут, 6. Ой, подожди, 6 7, 7 всего, да? 6. Я могу выиграть, если надо. Можно в него убегать, 6, да? Блядь. Не, момент, выиграю, просто убегу. Кажется, когда можно съёбывать? Федя. А. Нельзя. Нельзя убегать? Нет пока. Ока, вот как опять он так тэпнулся, только что при мне. Только подбежал, раз на метр отпрыгнул. Сзади Гига. Как я не попал, я не знаю, как я не попадаю. Знаешь как? Он резко тэпнулся. Ты только подошел, как только начал бить рогами, он сразу на метр от тебя отпрыгнул. Ну, такая же фигня. Нетипичный случай. Да. Федя догонит на картах, бляха-муха. На картах, да, зря. Рано просто побежал. Всё, пизда? Да. Ай, ладно. Блять, сука. О, там Дилка кусь, кусь, гигей кусь. Красава, Дилка кусает Гигу. Гигу наш, что ли? В смысле, наш, да, наших тут нету. Они не наши. Этих кусают. Совершенно не наши. Это же Дилка кусает Гигу. Ну, да, эти, да, только что укусила и убежал. Сука. Я почему-то подумал, что я успею добежать. До камня. Бежит. Они проверяют, на таймере мы или нет. Или делают, чтобы не было 7 минут до укуса. Сзади. Ага. Хитрый. Блять, я был уверен, что успею добегу. Девушка не спустилась случайно? Что она кусает, непонятно там. Так. Одна гига пошла наверх. Санта, давай тогда чуть назад. Нет? Они жрать, наверное, пошли, они жрать хотят. Да вон Майка, у них они даже не съели. А-а-а. Они там столько трупов было, и парики, все, они наелись. Одна гига поднялась наверх, откуда мы пришли, когда кусты были. Ладно, ребят, я буду туда выходить. Давай. Кстати, помог. Нельзя, нельзя тебе Майку, нельзя. А блин, ну я уверен был, что добегу. Да ты все время уверен, и все время по жопе получаешь. Ну и это тоже верно. Да, я не умею, наверное. 15%. Да ладно, эмоции от боя получили, получили. Все хорошо, я думаю. Ладно, вам удачи. Удачи, да и мне. Давай, пока. Иди жри креветки. Блин, хреново, что у трека разгон есть, он не сразу быстро бежит. No. Да, он долго разгоняется. Так, время там засекли с последнего удара. А больше ж никто не попадал. По Феде только. Ну все. А, по Феде, Федя, блядь, не считается. Ну смотри.
Ну, все равно будет в случае чего репорт с нетипичным случаем. Ну, пускай. Вы уверены, да, что там Федя не считается? Да. Ну, не знает. Если в стадии ни по кому не по кому-то не попадали в 70 минут, он имеет право выйти. Если у него нету бледа, там т.д. Если не участвовал. Так, ну тогда еще 3 минуты. Какая тебе опять 7 минут? Почему? Мне кажется, надо 7 минут все равно запускать. Я тоже так думаю. Хорошо, засекла. Блять, ну я не выжил, наверное, скорее всего. Ну должен вообще, да, по идее, но спорно. О, попал по гигетну. Опять засекаем. Блять, нахер бил. Да не-не, нормально, пусть. Пускай на одну меньше. Конечно, конечно, пусть, ну. Че, 11%. Ну а как еще, блядь? Чтоб слона бы они пнуть сейчас на трайках, потому что одна регенится, одна вообще ушла. У нас одна есть вариант, пришла, которая регенилась, вернулась. Вон, поменялись. Да, вот. Хитро. Так и хочется взять им поджопника. Да не попадешь ты так. Ты, блядь, не рекснул. Ну, что, когда в лицо идет. Да так, конечно, долго разгоняется. И он далеко. Вот есть кто... А, Моль вышел. Сказать, чтобы еще раз почитал правила. Я точно помню, что если по тебе не попадали даже в стадии больше 7 минут, ты можешь спокойно выйти. Или ты не попадал. Попал, красава. Блять, давай-ка еще слона еще пну. Блин, кто по мне попал? Бейте меня, не бойся, все нормально. Все, отхожу, блин. Так хрена вы бежали. С блином выходить нельзя, сзади гига. Бежит, бежит. Блять. Она с блидом. Че, Саша, отходи. Вот как это было? Ты замер, блядь. Хрен его знает. Как будто, знаешь, на паузу поставили на секундочку. Ну, нет, стамины нету. Я думаю, это смерть. Кому нам? Да, да. Голода, море, блядь. Да, пидорас, одним словом. Раньше он пьет маленькую отскидстами. Ну, не прям так, наверное, чтобы там поуже было. Нормально, сейчас это развернусь. Бля, ну сейчас бы... Что? Моль бы пригодился бы. Ну вот, блядь! Ну, либо жертвовать с кем-то одним, кто будет стоять. А ну, кто, кого-нибудь. Ну и давай. Ну. Трайком одним каким-то придется жертвовать. С Цегичем, нет? Нет. Ну а чем мы пожертвуем? Ну они накусают, отойдут. Они Цегича укусят, да, и убьют. На. Понимаешь, и остальных будет накусывать. А так они к треку подходят, получается, трек не спит. Ну ты что, с бледом опять, да? Да. Ну смотри, кто с бледом, пока блед не отхилил, выходить не может. Да. 7 минут блед отхилил, еще 7 минут засекай. Так что... Может, мы наоборот сюда вовнутрь зайдем? Чтобы они заходили? Давай. Что это даст? Они заходить внутрь будут, я а разворота нет. Я пока не буду вставать. Блядь, рексы идут, два штуки нахуй. Ну давай. Нормально. И выручайте нахуй. Там они правила, конечно, не знают, они не будут нападать нахуй. И слабику рексы. Ну-ка спрятали шанты по краям как-нибудь. Одна шант спрячься сюда. Чтобы тебя рексы не заметили. Да потом попьешь. Ой, блядь,
Они идут, 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 идут. Ну, тут Рексы чё? Идут? Да, спрячься там, ляг. Спрячусь. А Майка наверху бегает. Да. Но она левая. Как-то быстро гиги отхилились от Трайка. Кого? Ну, так, я спряталась. Сам ты ж попал. Да они... Так, я, наверное, отойду, а чтобы я, не дай бог, хвостом по вот, Трайку не попала, что-то мне стреляло. Чё, гиги... Ой, Рексы идут на гиг? Хрен его знает. Ушли, блядь. Не, они развернулись. Ай, блядь. Они, наверное, посмотрели, что здесь боя, и отошли в сторону. Жаль. Жаль. Путин, ты далеко там вообще? Ты где? Я на майке пробежал, посмотрел, чего он там побежал дальше. Это ты на майке? Да. Ну, они на тебя репорт напишут. Да я ушел. Но они все равно напишут. Напишут возвращение на место смерти. Какие, да. Хотя час, наверное, да, уже прошел. А уже час прошел, уже час прошел. Я не там. А, ну да. А уже час все равно прошел. Путин умер где-то около 8 часов вечера. А вообще в бой за... А, в бой запрещено, надо. Да, вот сейчас я бой не устраивал. Я пришел, посмотрел еще. Не, они не кинут репорт. Давай, давай, блин. Отлично. Я думал, упрется в эту скалу, зараза. Сзади бежит. Сзади бежит. Все, все. Все, все, все нормально. А это те же гиги, или какие-то другие? Это другие. Это уже другие. Ну, и типа я не имею права вмешиваться. Ну, да? Это те гиги, которые тебя убили. Блять, я не Нет. знаю, как я не попадаю. Это но... уже на вторая волна пришла. Так его же вторая волна его и убила. Убила жизнь боль. Разве? А, нет, это да, вот эти гиги это пришли, пока пришли. Мы гнали. Да, 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 да. Это нет, от этих ты умер. Очень. А мне кажется, наоборот, от тех. Нет, тех а, мы. Это реплей надо смотреть. Тут столько да. гиг было разных, это мы не разберемся ну, да, я точно. Не помню тоже, точно. Во-первых, Путина убила я. Хвостом зацепила. Ну, то есть не гига. А откуда ты знаешь? А может и гига тоже? А, ну да, логично. Она же тоже пробегала в этот момент. Да. Да надо по реплею, чтобы посмотрел, Денис. Ну, мне кажется, все равно не эти гиги. Что эти гиги дальше уже потом что, пришли. Так просто стоять, вздыхать и все, или что? Ну, а как и все, есть варианты эти? Ну, 4%. А куст поблизости вообще никакого нету, да? Самый близкий вот куст, прям, вот. Вот он прямо стоит, куст прям. Ну, либо биться. Идти кушать, пытаться. Ну, хотя у меня еще блин. Байте да, трайков. 3.75. Или выходить тем, кто не бился сейчас. На таймере. Остаемся, допустим. У меня еды больше 40%. Ну, то есть, мне необходимости нет выходить. А второй Талибан живой там еще? Талибан! Да на месте я, конечно, живой сижу. Нам бы одну убить их, блин, и все. Да как их убить? Я даже не... Да, они убегают, блядь. Я вообще не понимаю, нахуй, блядь. О! Давай. Попал два раза, должен был попасть. А я, блин, даже не слышал. Бей, давай. Попал еще раз, слышу кто-то. Я попал. Ага. Ну я с блюдом. Вставайте. Да, подходи. Сзади. Да я уже понял, уже две капли нахуй. Поздно сказали нахуй. Да не, как раз к тебе подбегал и бежит. Попал по этой. Ага. Вот теперь они будут блять, они в размер они пошли. Они решили Трайков забрать. Марго, иди помогай, что ты спишь? Кто спит? Как, блять, мне помочь им? Ну как, они... Под Трайков залезть? Они же без спринта бегали, можно было пробовать догонять. Ну у нас фу... Давай уже мочите, блин, что остается делать? Блин. Так, ну надо тебе гиг искать как-то подымать, но мы сейчас ничего не сделаем. Жень, о, ну да. 17.4 лёжа, нахуй. Ложитесь, у кого блит. У меня минута, я без бреда, но, наверное, на один укус. Там как минимум каждый по две зашло, как минимум, угу. А то и больше. Я тоже. Одна тут целая. Ну вот это еще бы, блин, зараза такую. Хилит стамину, падла.
0.75 блида. Можно ее поближе подпускать, потом пробовать на двух шантах и стегичек добирать. Дело в том, что сейчас пока... 2%. Да, он не успеет. Я даже блид не успею отхилить. Блять, он не успеет отхилить блид, да, все. Тогда иди на гигу. Мне второй раз не зашло. Да, смысл ты? Ну так а что тебе, вытекаю? Давай, догоняй ее. Как там ты, Марго? Бегучи, помогай. Блять, я застряла. Бегу к тебе. Блять, ёбаное дерево, блять. Ушла гига все. Она без спринта, я за ней побежала. Я бегу, я тоже рядом. Ну, ты две силовухи дала. Она со спринта бежит. Все, она... Я без стамин. Ай, блять. А тебе попал? Это было больно, да. Все, я без стамины. Давай, ай, давай. Опять. Откуда у нее столько стамины? Не знаю. Поймал ее. Блять, ну ты... Херячу. Все, убил. Не-не-не, блин, стамина закончилась. Марго! Блять, я иду за тобой, я без стамины тоже. Блин, она ушла. 24 блида. Не, это все. Да, ложись. Она убегает. Генец, они что же далеко не могли отойти? Да вот сверху одна слон, ну темная которая. Где ну стегич, идите поднимать. А что делать? Помирать-то да, все, если вы видите гигу черную хотя бы. Поднимайте. Я умираю от голода, все. Блять, ну она глубоко была, почему я силовуха по ней не попадала? Она лежит, блять, вот она, сука, лежит, блять. Я села ухо и пробил тоже, думал, попадет, нихера по тебе почему-то попал, вдруг утепнулись в меня. По мне, а хотя гига тоже была во мне, но... я думала, хуй с ним по мне, по гиге тоже, нихуя. А, гига вот. Ой, четвертый экран, 17 Марго, блида. Справа, белая. Ау. Так. Где он лежит, черный гига, кто-нибудь скажите? На водопаде сверху над нами, вон встал он. У тебя какой экран, Марго? Четвертый. Тоже четвертый. Фу, блин. Я сейчас высеку, скорее всего. Я тоже. Да зачем ты за мной пошел, Трайк-то, ёпты? Либо сзади, либо вперед. Я один лежу на водопаде сейчас. Отходи, ложись. А чё... Блин, Трайк, ты вот это зря сделал, кстати. Почему? Ну, потому что, знаешь, сейчас мы оба здесь ляжем. А так один бы хоть сдох. Ну, дал блида хоть ей. Да, все сдохнут. Да, не переживай. Это к этому и шло. Если бы не голод. Так, я вот так ляжу. Видишь, из-за голода они вынуждают нас ошибаться. Поспешим-то, блин. Ну все, я, короче, даже сопротивляться нам не буду. Угу. Смысла нет. Не, ну напоследок-то это не отдавайся, как это. А че напоследок-то не отдавайся, четвертый экран? Да иди в лоб к ей, да херячь. Ложись, Саш. Ой, а я стою, такой? Блин. Ё-моё. Ты стоишь. Талибан, ты чёрно отогнал, да, Гигу? Я теку. На капли ты же, дальше меня, Маргон. Чё ты? 7-7-5. Блять, я думаю, ту забрать, что ли, но она далеко. Ты какую? Там ещё одну видишь? Да, лежит, хилится после нас. А, ну она далеко, не догоним. Блин, я бы уже сам бы в туалет сходил, задолбали они. Я поэтому очень не люблю с ними драться, это очень долго. Еще и, блядь, опять эти волны, нахуй, я говорила, что их надо забирать, мы не такие, зато они такие. Да, надо было нам, правда, вовнутрь глубоко зайти, попробовать и выйти по таймеру. Все. Да, чтобы они глубоко заходили. Они бы вовнутрь не полезли бы по-любому втроем. А если бы заходили, у них бы разворота не было такого. Блять, я хочу ту забрать, Саш, попробовать. Не догоним. Она встала уже, блять. Она сейчас сама придет, не переживай. Да, она, да. Может, мне на стегище к вам прийти? Не, не надо. Мы здесь трупы стопроцентные.
Четвертый экран, фу, блин. Буду пробовать. Зайди внутрь, а? Кто это? Эту добрать. Может, так, она опять легла. Какие они муторные. Торчей, пиши, торчей. Не говори. Кому покушать можно, надо было. Так может выйдите, а потому что здесь никого пока нету. У нас по 4 экрану, поэтому здесь блядь. Это где Стега? Вот Рекс и пидорасы раньше не могли, блядь. Стега! Ох, зря ты орешь. Я чтоб от них Рекс. А, это Гига, это блин, Рекс, это Гига, блядь. Марго, ты чё побежал? Ну, у тебя ж экран. Одна подходит. У тебя ж близко да, идёт. Зачем ты бежишь? Потому что ты орёшь, и к тебе он пошёл. Блин, Стег, я специально орал. Вообще. А, Стег, кто Стега с трайками? Я бегаю здесь. А зачем ты так? Ну, ты убежала внутрь, нас сейчас едят, и всё, у нас по фул бледу по четвертому экрану. Не, за нами здесь не надо. Не надо за нами бежать. Так, Марго. Не тут... надо за нами идти. Да, да. Вторая пришла. Проходи, встань, да, вот здесь в узком месте. О, вернулась. Да. А та гига, видать, к ним пошла. Наша гига к вам пошла. Две гиги у нас. Все понятно. Сейчас смотри, какая близкая, блядь. А. Угу. Да лежи ты, зачем ты встаешь и ближе подходишь? У тебя же было бы расстояние встать, если бы он пробежал. А ты, наоборот, ближе подходишь. Я жопой к тебе лежала, я бы долго больше разворачивала. Я же наоборот хочу, чтобы у тебя был шанс, если что, встать. Лежи на расстоянии. А по бледу у меня 17. Так. А вы что, оба живы еще там? Да, возвращается ну, да, одна Марго справа. Блять, разворачивай свою сторону. Ага, давай. Ты-ка тогда смотри свое, а я свое. Добро. Так, ну как-то близко лежу опять. Ты, блин... А, ты, это ты бежишь за Гиги, я же думал, Гиги бежит за тобой. Ну, очень близко подошла ко мне. Они даже кусать нас не будут, они будут подымать. Угу. Я скоро уже сам с голоду буду вздыхать. Ну да, есть такое. У вас же одна Гига, да? Две. Две. А как? А тут тоже две ходило. Так вот одна вернулась. И у нас вот сейчас две ходят. Прогрузка. Вот это меня тэпало от нее сейчас. И две сейчас у вас ходят? Да. У нас две сейчас, да. Они, скорее всего, меня сейчас заберут, если кто такие вот. В смысле, блядь, у нас них, две. Ну, вот одна сейчас пошла. Да вы ушли от боя, тут такие правила. Все, они вас не видят, они могут... Нихуя подобного. Ну, че уж там, они нет, что-то... Они в одной пати. В смысле, откуда ты знаешь, что в одной пати? Ну, блин, по реплею-то можно посмотреть. Кто нападал. И вторая гига должна ну, была есть... сказать, что у нас типа этот лимит. Ну не знаю, там кто там так не пропил. Да, здесь Кудать. Можно накатать. Так, вторая гига ушла. Угу. Возвращается ко мне. Иду. Давай я эту пока возьму. Ты еще текешь, смысл? Я не теку уже давно. А, ты отхилил, да, нет? Да. Так, это легла, ага, Саша, если что. Вижу. Бля, у меня воды, Децл. Ебать. Копать. Стега бежит! Да. У вас дай там также две? Дай ему удара, ничего не будет. У вас там две гиги, да? Две. Да. Бледок, блядь, что делать? Короче, пошел отдраться, ну его в баню нахер. Понятно, блядь. Они пидорасы начали хуеть. Что, Драйк, назад, наверное, отходи, ты их не догонишь. Нет. Я не хочу уже со мной так. Они, короче, правила решили обузить, да? Да, как обычно, мне это очень сзади. Динотопия, блядь, аж прямо как обычно начинается. Да. Короче, не так, так вот так. Угу. Пидорас! Пидорасина! Да хуже. Я буду ждать, пока вытеку. Это что за стек зашел? Это я здесь. Я это капля отхилил.
пошла засранка отхилить стамину. Или экраны. Пойду-ка я пройдусь. Иди. Моя тоже стамину ходит, хилит, пизда, блядь. Вытекла. Кто? Ты? Я, да, от трех капель вытекла. Вообще нет, это считается продолжением боя, значит, это одни гиги помогают да, другим. Да. Да нет тут такого. То есть, ты хочешь ты сказать, если тебя гиги преследуют, например, они разделились, да, ты можешь до конца до купола добежать, и у тебя должны быть обязательно две гиги. А как они нападают? Ну, как не шибко далеко друг от друга. Да, ты что, это одна локация. Не видят они друг друга. Одна локация, это... ты что, да, бой продолжается. Ну, локация это вообще подмена вообще-то называется. Это называется подмена. Это на динотопе была подмена. Пойдемте к шахту. А что я вытек? У меня с крови не было. Что это было, блядь?